Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash of Clans, и сегодня, ребята, мы поговорим про секретики, баги, которые можно использовать и которые реально полезны. Это не те баги, которые там когда-то забагалось что-то, куда-то пошла не туда лучница или, знаете, ну что-то в общем в этом роде. Нет, это реально полезный баг, и я уверен, что... Ну, 80%, ребята, вы уже видели в интернете, вы уже знаете. Но я думаю, что и 20% не знает об этом. Я думаю, будет полезно поделиться со всеми. Но, ребят, я хочу сказать одну вещь. Я знаю еще 2-3 секретика интересных, о которых, наверное, мало кто знает. И я с вами обязательно их поделюсь. Если вы подпишетесь сейчас на канал, включите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых роликах. И поставите лайк на этот видео. И как только наберется на этом видео 10 тысяч лайков, я запишу еще пару интересных секретиков, которые будут вам полезны в развитии и в прокачке своей базы. А сейчас мы поговорим о баге, о котором вы получаете бесконечно ресурсы. Ну как бесконечно? Вы на самом деле получаете халявные ресурсы, которые вы по логике вещей не должны были получить. Я, к сожалению, записывал ролик, озвучивал его, но у меня вылетела ошибка, ничего не записалось, записался только последний момент. Я не буду его вставлять, потому что сам баг, я вам не показал сам суть. Но у меня, ребята, остался лог боя, его-то никуда не денешь. То есть, вот, это не монтаж, это не сервер какой-то. То есть, кстати, заходите в мой клан, ребят, перед тем, как мы перейдем к сути бага. Мы идем в топ. Мы сейчас в топ СНГ, ребята, 4-е место. Мы обязательно выйдем в топ-3, будем сражаться за топ-2. Значит, прием на деревне строителя у нас 2-350+. Клан очень активный, мы стремимся в топ, онлайн у нас хороший, общительный, друг другу помогаем. Также, если вы хотите несколько секретиков интересных узнать, заходите в клан к нам. Вот хэштег, вот название, если у вас 2350, то welcome, ребятки, обязательно залетайте, мы идем в топ. Не стесняйтесь, заходите, будем рады всем. Ну а теперь давайте перейдем к самому багу, ребят. Значит, я сегодня получил намного больше ресурсов, чем должен был получить. И так можно делать абсолютно каждый раз. Значит, сразу скажу предысторию. Именно этот способ, который я использовал, я нашел в интернете. Я не буду лукавить, что я его придумал сам. Но я знаю еще один способ. Со мной был только что в скайпе Кот Наркот, который, собственно, меня на этот баг и подтолкнул. Потому что я видел в интернете такие ролики, но я их не смотрел, потому что я не верю в халяву. Поэтому я не смотрел такие ролики. Но на самом деле он есть, этот баг, и ресурсы бесплатно вы можете получать. Но есть несколько способов. Есть по-разному можно его использовать. Можно больше ресурсов получить. Можно проще, можно сложнее. То есть нас, естественно, интересует способ, где проще, где больше. Но я и покажу следующие способы в следующих роликах, если мы наберем 10 тысяч лайков. Итак, ребятки, теперь перейдем к самому багу. Давайте перейдем в ход сражения, и я вам покажу одну вещь. Для начала давайте не в ход сражения, а вот на победы перейдем. И вот посмотрим. Бонус за победу. Конкретно мой случай рассмотрим, потому что я на 2400 кубка. У вас может быть другой бонус, потому что у вас другие кубки. Вот конкретно в моем случае. За первую победу я получаю 100 тысяч золота и 100 тысяч эликсира. За вторую победу я получаю такой же бонус. А вот за 3 победы я получаю 130 тысяч золота и 130 тысяч эликсира. То есть вы уловили мысль, да? Внимание! За 2 победы подряд я получаю по 100 тысяч ресурсов, а за третью получаю по 130. Итак, давайте теперь перейдем в ход сражения. Итак, листаю я в самый низ. Собственно, я начал атаку вот сейчас... Покажу вам вот отсюда. 50 минут назад я начал бой. С этого момента я начал записывать видео. По скайпу я был с котом. Но, к сожалению, запись не сохранилась. Очень, к большому сожалению, где я продемонстрировал этот баг. Но я не могу по второму кругу опять это записывать. Покажу, возможно, на стриме вам, чтобы вы увидели это все. Либо запишу еще один ролик, но только с новым способом. Итак, ребят, смотрим. Я за первую победу получаю 100 тысяч золота и 100 тысяч ресурсов, плюс 28 кубков. Круто, да? Дальше едем. Побеждаю второй раз. Вот, Янзи я побеждаю, если кто не понял. Второй раз я побеждаю Занько. Занько я получаю тоже 100 тысяч золота и 100 тысяч ресурсов. Ой, эликсира, я извиняюсь. То есть две победы я уже сделал. Вы поняли, да? То есть сейчас за третью победу я должен буду получить 130 тысяч золота и 130 тысяч эликсира. Я тут проиграл, не считается. Смотрим. А третья победа, ребятки, мне зачисляется снова 100 тысяч золота и снова 100 тысяч эликсира. Такого быть не может, ребята. Это невозможно. Сколько бы у вас кубков не было. На третью победу дается больше, чем за первые две. Но я 3 боя подряд получил одинаковый.
Итак, смотрим дальше. Тут я проигрываю, и тут я снова ничья, точнее. И четвертая победа. Мне дается тот бонус, который я должен был получить за 3 победы. Итого, ребят, вы, я думаю, вы считать уже умеете. Я получил 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. И сверху еще 130 тысяч. И это получается 430 тысяч золота и 430 эликсира тысяч. Хотя должен был получить 300 тысяч. То есть на 100к я получил больше. Но это баг, как бы, есть в интернете. Уже многие сняли об этом ролик. Я вам сейчас расскажу его. Показать не смогу, потому что ролик сохранился. Но тут в конкретном случае вы получаете на одну атаку всего лишь больше. А кот Наркот сегодня мне рассказал, как он получил, по-моему, 5 раз такой бонус. И при этом всем он еще получил халявные кубки. Не ходил в атаку, ребята. Он сейчас в клане у меня находится на 2600. На 2600, ребята, со своим домиком строителя 4. То есть он 2600 набил этим багом. Я вам этот способ покажу, как только наберем 10 тысяч лайков. Вы подпишитесь на канал и включите колокольчик. Он этот способ расскажет сам, потому что он там все запутано. Но на самом деле он работает. Мы потом еще раз протестируем. Ну а теперь давайте расскажу, как я получил вот эти 4 бонуса на халяву. 3 бонуса я получил законно, а 1 я получил на халяву. Ну что ж, значит, смотрите. Что вам нужно сделать? Первое, это у вас должен быть бонус. Вы первую атаку должны выиграть. И включите сам бой. Вот здесь у вас будет слева, вы выиграли, а справа вас атакует противник. Вы ждете, пока он проиграет. Только в том случае, когда вы выиграете, вы сможете это повторить. И как только он проигрывает, вам должны начисляться будут ресурсы. Вам нужно будет в этот момент успеть нажать на повтор боя. На повтор боя. И чтобы не увидеть зачисление ресурсов. И вам, ребятки, бонус в логе боя будет написано, но не зачислено. Потом просто завершаете свои 3 атаки, получаете свой законный бонус, перезапускаете игру, и у вас будет плюс еще то, что вы забагали до этого. Я не знаю, запутанно я рассказал, не запутанно. Этот бонус, ну, этот способ, он реально такой сложненький и геморный, на мое мнение. У меня есть несколько способов иные, и мне кажется, будут они проще. В общем, я не знаю, пересмотрите ролик еще раз, вникните, если вам было сложно. Но я попытался рассказать доходчиво, показал вам пример, ход сражения. То есть я не должен был получить 4 бонуса подряд. То есть это реально баг. И также не обновляйте игру Clash of Clans, потому что его скоро пофиксят. Я вам в скором времени расскажу еще пару интересных способов, если вы, конечно же, подпишетесь, поставите лайк. Ну, а на этом буду с вами прощаться, ребят. Я надеюсь, что у вас получится повторить этот баг. Приходите ко мне на стримы, я продемонстрирую это еще раз нормально. Потому что, ну, блин, к сожалению, ролик не записался, только показал логи боя. На стриме продемонстрирую, как это делать, вы попробуйте повторить. Ну, возможно, вы уже многие знали про этот способ, но я знаю еще более проще, еще более полезней. Поэтому подписываемся, ставим лайки, ждите этот новый выпуск. На этом буду прощаться с вами, ребят. Спасибо за просмотр, желаю вам удачи, удачных вам сражений, побеждайте, всего вам хорошего, до новых встреч и всем, ребятки, пока-пока.